Бендеры готовятся отметить день рождения. Будут праздновать два дня. Сам день города 8 октября. Основной же праздник организуют на следующий день, в субботу. Фестиваль пройдет в парке Невского и Цитадели. Будет турецкий шатер, охотничий павильон Мюнхгаузена и ассамблея Потемкина. А на главной сцене в парке пройдет бендерский пьедестал. В этом году лауреатами стали 11 горожан. Весь день будут песни, танцы, игры и конкурсы. Откроют в парке Невского и литературную гостиную. Стихи и рассказы о городе будут читать сами авторы. А еще организуют традиционный парад колясок, приглашают родителей. Все, что нужно, оформить коляску в своем стиле. Будет гала-концерт, салют, дискотека и световое шоу. А 8 октября в Бендерах откроют новый сквер у ДК Ткаченко и запустят фонтан с подсветкой.